В гости пришли замечательные артисты, танцоры. Алексей Гоман. Аплодисменты, да. И Людмила Чегринец. Знаете, вот я читаю газеты, ну, я как все читаю газеты, ну, вот, такие недорогие газеты, в которых пишут столько всего интересного, да, и там все время пишут, что вот у вас какой-то роман. Не, у нас много процессов, у нас и Роман, и Геннадий, вот и Дашенька должна была появиться скоро, ну, значит, ничего такого не было. Да? Все слухи. Да, ну, понятно. А вот скажи, что тебе дало участие в проекте «Танцы со звездами»? Ты прекрасный певец, замечательный артист. Вот зачем вот это надо было идти, вот это ногами работать, ногами, туда-сюда, вот ногами? Знаешь, комплексы. С детства не умел танцевать, все время тыкали, что мальчик, ты не умеешь танцевать. И вот думаю, пора уже как-то избавляться хоть от чего-нибудь. И что, пошел. Научился? Нет, но от комплексов избавился. Так что я больше не комплексую. Зато наградил меня комплексом, я теперь петь боюсь. Почему? Ну, потому что теперь у меня такое ощущение, что я... Хотите, я вас избавлю от этого комплекса? Спойте для нас. Нет. Спойте для нас. Спойте при мне. Лучше я станцую. С Лешей. Да? Конечно. Конечно. Ну, скажите, а какой он партнер? Очень нежный. Закрой уши. Страстный. Закрой уши. Сейчас слушают все девушки. Очень нежный, очень страстный, очень внимательный. Иногда очень-очень вредный. Это пока он не слышит. А так очень хороший. Да, открывай уши. Видите, он все равно подслушал. Я ему сказал, открывай уши, он и открыл. А я по губам читаю. По губам? Да, я по твоим губам все читаю, под ее не могу. Ты больше ни на какой проект не ходил? Нет. У нас хватает у каждого ума как-то выйти из этой ситуации. Может быть, знаешь, какой-то принц, знаешь, на белом коне перескачет и скажет, скажи мне что-нибудь, и ты скажешь ему, давай работать. И он скажет, господи, ты моя мечта. Слава богу, ты пришел. Здравствуйте. Слушай, объясни мне, вот я вчера пригнал тебя на вехонькую машину. Что я тебя просил сделать с ней? Починить? Я просто попросил тебя поменять масло. Поменял? Смотри, какая она блестящая. Вся в масле. Да это не она, она стоит вон там за автосервисом. Я на нее полюбовался. Слава богу. Давай разбираться, старик. Ага. Что в моем багажнике делают 6 мешков картошки? Это вам подарок. Спасибо. Здесь, правда. Спасибо. Это свежая картошка вологодская. Ага. Хорошо. А почему вся моя передняя панель, вот, да, вот, вот эта вот бортовая, она шампанским заляпана вся. Вот шмол такой шампанского прямо в салоне стоит, да? Да. А под задним сиденьем вот эта прелесть у меня там. Это вам подарок. Сам подбирал. Сам покупал. Очень идет. Очень идет. А шампанское просто, знаете, когда даришь белье и шампанское, хотел вот, чтобы целое было, а она сорвалась просто. И все. Я вытру. У меня тряпка есть. Хорошо. Вытришь. Объясни мне. Там... Я посмотрел, так, велюровые сиденья в порядке, в порядке. Но где мои кожаные? А они были? Были, были, извините. Чтобы купить вам подарок, нужно было их просто поменять. У нас сервис, знаете, мы меняем и делаем приятное нашим. Я понимаю. А почему лобовое стекло разбито, нет магнитолы? Сейчас же лето. Ветер, ветер, музыка. Понимаете, мы учим слушать природу. Когда вы едете на дачу, представляете, пахнет шампанским, свежий воздух, ветер в лицо и никакой музыки. Вам прекрасно. Прекрасно, да. А ты вообще давно в автосервисе работаешь? Вчера начал. Слушай, кто тебе такой красивый? Ты хоть разбираешься вообще, чем карбюратор от инжектора отличается? Вот ответь мне. Конечно. Ну чем? Карбюратор мальчик, инжектор девочка. Мне так объясняли.